Чтобы блины были пупырчатые, рязанские, что ты в них добавляешь? Первое – это заваривать муку кипятком. Так. Второй способ – добавлять соду. Третий способ – готовить на минералке. Четвертый способ – готовить на кефире. Пятый способ – дать постоять тесту ночь. А мне нравится еще ночное тесто, знаешь, чем? Потому что в блинах появляется приятная кислинка.